Всем привет, с вами Галактики, и это очередной выпуск Разрушителей Легенд. Все из-за того, что на нашем стриме прошлом, я не знаю, сегодняшнем или вчерашнем, я не знаю, когда я это видео выложу, когда оно отрендерится. Ну, в общем, на нашем стриме мы столкнулись с проблемой в Divine RPG построить портал. Проблема на самом деле заключалась то ли в багнутости моего сейва, то ли я даже не понимаю, как бы в чем конкретно была проблема, но портал мы там построить так и не смогли. Возможно, мы еще разберемся, как бы, с проблемой именно в данном сейве моем. Но я хотел бы показать, как портал этот делается на самом деле. Потому что вариантов постройки портала мне предложили миллион. И каждый считал тот вариант, который он где-то увидел, нашел в интернете, считал его правильным. Сейчас я покажу, как порталы должны открываться. На самом деле в интернете просто море разнообразнейшей информации. Может быть, это все просто на разных версиях были разные порталы. Тут я как бы ничего вам сказать не могу. Давайте, наверное, выключу сразу чит-режим, допустим, да, чтобы наверняка. То есть, ну вот точно так же я играю у себя в одиночной игре, ну как и все играют. Может быть, да, это на самом деле из-за того, что разные версии, но гайдов по постройке портала я видел просто штуки 4 разных точно, 4 или даже 5. И в каждом гайде написано было, что именно так нужно вставить портал. Полосочками на восток, полосочками на запад, там, перпендикулярно полосочки, там, ну, как угодно. На самом деле, все это полная ерунда. Все то, что советовали мне на стриме в очередной раз, это полная ерунда. Самый правильный, идеальный вариант портала – это вот этот. Почему он здесь не открылся, я не знаю. Честно, без понятия. Только что в этом мире у меня портал этот открывался. Может быть, их нельзя несколько открывать? Давайте попробуем еще один сделать. Тогда мы узнаем это наверняка. Вот. Собственно, что и требовалось доказать. Портал не работает, портал работает. Какая разница в этом? Непонятно. Никто не знает. В чем как бы заключается именно баг конкретный, почему порталы иногда открываются, иногда они не открываются, сказать, я думаю, могут только разработчики Divine, потому что, ну, видите, портал открылся. Давайте попробуем поменять. Так, чит-режим у нас выключен, да, все нормально. То есть портал не открывается. Причем, если мы ломаем блоки, вот эти блоки порталов сами, они остаются. Их мы убрать никак уже не сможем. Давайте попробуем где-нибудь чуть подальше открыть портал каким-нибудь другим способом. Пишем.
где-то виспы уже тут летают. Мы уже пришли сейчас. Это у нас какой биом? Extreme Hills. Абсолютно неважно, какой биом, как я уже говорил. Давайте сейчас быстренько. Оп, и опять не получилось. Давайте вот так попробуем. Почему бы нет? Тоже портал ведь получается, правильно? О, есть, отлично, у нас есть портал. Можно делать гайд, что надо ставить, ребята, только два портала вот таких, только обязательно вот таким вот образом, и тогда у вас один откроется. Ну, вы понимаете, да, что все эти гайды, как я уже говорил, не раз, полная ерунда. Портал должен открываться когда он сам по себе стоит. Вот таким вот стандартным способом, как я только что делал. Правильно? Там же у нас нет никаких... все полоски ровно идут, да? Все, все, все как должно быть. То есть... Но он не открывается. Почему он не открывается? Это уже вопрос отдельный, который стоит задать разработчикам. Ну, может, уже на самом деле, так как я играю на довольно старой версии, может, уже... разработчики уже все обновили, и все уже нормально открывается. Потому что у меня не открывается. Поэтому тут винить разработчиков смысла не имеет никакого совершенно. Вот, не открывается, не открывается. Итак, сколько у нас уже порталов здесь? Тонна, просто целая тонна. Где нам взять в нашей игре столько? О, вот, видите, открылся. Вот, вот он, идеальный портал. Как он должен работать? Почему он не открывается? Я не знаю, ребята, так что смотрите сами, чтобы больше вы не писали мне дельных, важных, полезных советов, что нужно повернуть там блок, там в какую-то сторону, в определенную магическим образом. Здесь нет никакой магии. Все эти гайды, в которых написано, что нужно располагать блоки там как-то ровно, криво или еще что-нибудь, это все полная ерунда. Как вы только что видели, портал открылся нормальным, естественным способом, когда мы его ставили вот таким вот образом. Ну, сейчас он не открылся, да. Просто повезет или не повезет. Тут уже как будет. И мы с этим поделать ничего не можем. Единственное, что я не знаю, разбирать портал, каждый раз собирать его заново. Портал должен открываться где угодно, как угодно. Пусть он расположен, я не знаю, каким угодно образом расположены вот эти вот блоки, хоть так, хоть те так, я не знаю, то есть, ну, как угодно, абсолютно. Портал должен открываться именно вот так. Ну, даже нет, я сейчас неправильно говорю, он должен открываться не именно вот так, он должен открываться, вот как правильно будет. А как он открывается, это уже на самом деле... не столь важно, точнее, не как он открывается, как вы будете размещать блоки внутри портала этого, это уже абсолютно не важно. Это просто у них текстурка полосатая, они могли просто сделать текстурку квадратной, например, ну, не знаю, более ровной. Видите? О, видите, портал открылся. Так что абсолютно разницы никакой нету, как вы будете размещать эти блоки. Все, я надеюсь, сейчас пойду попробую еще в моем мире попереставлять сейчас порталы. Может быть, что-нибудь сейчас у нас-то получится. Так, у нас есть кирка на силктач, у нас есть очень мало порталов, да, блоков. На самом деле всего еще пару штук буквально. Давайте, наверное, я не знаю, поставим туда какие-нибудь более плотные блоки. Ну и попробуем теперь установить эти волшебные, просто, я не знаю, портальные блоки. Так, я даже выйду отсюда на всякий случай, а вдруг мне повезет. Ну, видимо, не судьба. На этот раз пока что не судьба. Ну, давайте пробовать и экспериментировать. О, ребята, смотрите, магия. Вот оно чудо. Вот оно счастье, вот она радость. Наконец-то портал установился.
И теперь мы можем отправляться в неизвестность. Но это будет на стриме, когда... Когда на стриме? Когда? В среду. В среду на стриме. Ждите, ждите подземелья Арканы. Вот оно счастье. Я надеюсь, те, кто писал мне «Поставь портал определенным образом», вы теперь поняли, что все делается намного проще, чем вы мне писали. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии.